Вообще-то я не такой уж и ужасный. Сильвер, где мои внучата? Сэр капитан Кракен, называйте нас своей командой. Командой, говорите, а вы знаете? Как вязать морские узлы, как крутиться быстрее юлы, как приготовить суп из пилы, как начистить все санузлы. Но что-то вы не веселы. Мы веселы, капитан. То-то же. Команда, сегодня особенный день. О, у вас день рождения? О! Нет. У меня день рождения? Нет. Хотя... Я не уверен. Так, не путайте меня. На чем я остановился? Сегодня особенный день. Точно. Мы отправляемся в пещеру сладостей. Ура! Ура! Пещеру сладостей, ура! Сходить туда давно пора! Там горы сладостей внутри! Но можно только три. Но почему только три? Потому что много сладостей кушать вредно. А если я съем четыре? Ну тогда с тобой случится такое! 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 Я даже боюсь об этом говорить. Мы на месте! Детишки, располагайтесь! Привет, месье Креветка! А, месье Кракен! Капитан Кракен! То есть, капитан Кракен! И с чем пожаловать? Вот, привел команду угостить сладостями. Будь добр, каждому по три конфеты и сразу рассчитать. Нет, нет, у нас шведский стол. Сначала есть, потом платить. Ловко. Ну, как говорится, на чужом корабле не трогай руль. Да, детишки, помните, не больше трех. Так, а мне подай-ка моих любимых. О, нет, к вам их нельзя. Месье Креветка не забудет прошлый раз. Это была трагедия. Не понимаю, о чем ты? Ну как же, в прошлый раз вы так увлеклись, что... Спокойно, Креветка. Я свою норму знаю. Давай сюда моих любимых. Все будет нормально. Ну... Хорошо. Ну и запах! Кошмар! Да что ты понимаешь? Они же из первосортной морской капусты. Вот именно! О, мои драгоценные! Эти едва уловимые болотные нотки... О, это аграрно-карамельная симфония. Глубины морские, а вот и послевкусие из морской тины. Я вас умолять, больше трех нельзя. Я разве съел три? Да. Сначала вы съесть одну и говорить бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Потом вторую и говорить муа-муа-муа. Потом вы съесть третью и... Хватит! Дай! Еще одна мне не повредит. Нет, я больше вам не дать ни одной. Да ты просто жадный скряга. Это я жадный скряга? Да, это ты жадный скряга. Ах так? Тогда... Вот, угощаю. Не нужны мне твои подавки. Нет, нет, я настаиваю. Ну, нет, я расплавчусь. Боюсь, у вас не хватит денег. Это почему? Да потому что ваша команда съест все мои припасы. Раз, два, три. Раз, два.
два, три. Это я тоже не съел, не считается. Глубины морские, детишки, остановитесь! Что вы наделали? Я же предупреждал, не больше трех! Я вас предупреждал! Ах ты! Сколько с нас? О, нисколько! Миссия креветка удовлетворен! Третий день уже этот отвар. Почему? Что вкусно, то вредно. А что воняет, полезно. Потому что чем сильнее воняет, тем лучше помогает. Капитан, а ведь вы тоже нарушили правила. Ну да, потому что мы кто? Команда! Совершенно правильно! Вообще-то я не такой уж и ужасный. Сильвер, где мои внучата? Сэр капитан Кракен, называйте нас своей командой. Командой говорите, а вы знаете? Как вязать морские узлы, как крутиться быстрее юлы, как приготовить суп из пилы, как начистить все санузлы. Но что-то вы не веселы. Мы веселы, капитан. То-то же. Флипсью, у меня для вас интересное задание. Сегодня мы будем учиться вязать морские узлы. А? Детишки, отвлекитесь, это очень важно. Вы не станете настоящими пиратами, если не научитесь этому. Капитан, играя в эту игру, мы чувствуем, что уже стали настоящими пиратами. Но я набрала больше очков, значит, я больше пират, чем ты. А что, можно стать настоящим пиратом, просто играя в игру? Ага. А ну-ка, научите меня. Так, что дальше? Возьмите это, капитан. И что мне делать с этой штукой? Так, расскажите, как этим пользоваться? Нужно дергать за этот рычажок и нажимать красную кнопку. Все ясно? Скорее развяжите меня. Ну как, капитан? Мои щупальца связались в морской узел. Надо их развязать. Все пропало. Мы не сможем спасти капитана. Полудра! Капитан был для нас примером и настоящим символом пиратства. Но теперь мы остались одни. Я возьму вашу шляпу и продолжу ваше благое дело. Теперь эта ответственность лежит на мне. Мы никогда вас не забудем, дорогой капитан. Отставить панику! Вы можете мне помочь? Нет, не можем! Нет, можете. Вон лежит книга про морские узлы. С ее помощью вы сможете меня освободить. Я первая научусь вязать узлы. Нет, я научусь и стану настоящим пиратом. К
Кря! Ха, понятно. Сью, это больше похоже на картошку, чем на морской узел. Старайся лучше. Есть, капитан. Так, это сюда, потом вот так. Паучий узел. Старайся лучше. Есть, капитан. Сюда. Вот так. Крокодилий узел! Старайся лучше! Есть, капитан! Капитан, я закончил! О, глубины морские! Это же настоящий пиратский узел! Флип, ты молодец! Йо-хо! Вот это да! Ребята, вы такие молодцы! А ты, Кря, вообще молодец, прималодец! Постойте, капитан, а как вы распутались? Ну я же настоящий пират, я умею вязать морские узлы, а значит и развязывать тоже. А теперь и вы тоже умеете. Это значит, что мы теперь тоже настоящие пираты. Почти, но пока еще нет. О. Но когда-нибудь в будущем вы подрастете и станете настоящими пиратами. Впереди вас ждут великие дела и приключения, полные опасностей. А теперь, когда вы научились вязать узлы, давайте привяжем флаг. А то у Сильвера уже клешни затекли его держать. Вы готовы применить свои умения? Да! Свистать всех наверх! Команда! Настало время показать, на что вы способны! Так, Кря, натягивай гафель на флагшток! Сью! Расправь шкаторину! Флип! Привязывай гафель к флагпалам! Капитан, мы ничего не поняли! Просто привяжите флаг. Так понятнее? Ага. Ну так за дело! Отлично! Поднять флаг! Я пиратский флаг! Как это трогательно! Вообще-то я не такой уж и ужасный. Сильвер, где мои внучата? Сэр капитан Кракен, называйте нас своей командой. Командой, говорите, а вы знаете? Как вязать морские узлы, как крутиться быстрее юлы, как приготовить суп из пилы, как начистить все санузлы. Но что-то вы не веселы. Мы веселы, капитан. То-то же. Что
случилось, капитан? Случился новый день! А, понятно. Как здорово, что вы уже проснулись. Жду вас в кают-компании. И не забудьте прихватить кря. Доброе утро, Сильвер. Что у нас на завтрак? Ну-ну-ну-ну-ну. Понял, понял. Сюрприз. А вот и наша команда. Встречайте, находчивый и невозмутимый Флип, молниеносная и бесстрашная Сью и... Кря. Ну, а чё это вы такие сонные? Капитан, мы же детки, поэтому хотим спать. Отставить! Похоже, вам поможет только эликсир бодрости. Чё, я первая? Не так быстро. Его нужно сначала приготовить. А из чего его делают, капитан? О, это величайшая тайна океана. Этот секрет мне передал дедушка, капитан Прокракен. Поклянитесь, что никому не расскажете. Во-первых, нужно принести бочку с красным крестом. Ух ты! Отправляйтесь за ней в трюм. Капитан, там темно. Темно? Мы не боимся темноты, потому что мы кто? Пираты. Пираты! Сильвер, кофе капитану. Давайте я пока тут посижу. Ты что, боишься? Нет, не боюсь. У меня просто аллергия на паутину. Ты мой малыш. Я не малыш. Не бойся, Флип, я этим паутином. Кря, ты посиди тут, а я бочку поищу. Что происходит? Мы ищем бочку с крестом. А как выглядит крест? Это две пересекающиеся линии. Крест должен быть красным. Кря, ты нашел ее? Кого? Какой же ты молодец! Кря! Молодцы! Давайте скорее пить эликсир бодрости! И это еще не все. Теперь нам нужна морская капуста. Вау! Бунт на корабле? За дело! Капуста! Давайте, кто больше нарвет! Нужно тянуть, а не есть! О, а чего это вы такие грязные? Друзья! Друзья, нас ждет капитан Кря! Отличная капуста в этом году! В бочку ее! Что дальше, капитан? А вы кто? Это мы, твоя команда! Так, дальше. Что у нас дальше? А, соль! Сильвер! Чего бубнишь, старый друг? Соль неси! Оп.
Готово! Эликсир готов? Какой еще эликсир? Ну, эликсир бодрости, который мы все утро готовили. Все утро мы солили капусту, а эликсиром был труд. Разве вы еще не взбодрились? Какая глубокая мысль, капитан! Мы отлично потрудились, ребята! Но есть еще одно дело. Вы готовы? Мы уже взбодрились, спасибо. Что за дело, капитан? Сильвер приготовил нам на завтрак что-то вкусненькое. Команда на абордаж! Вообще-то я не такой уж и ужасный. Сильвер, где мои внучата? Сэр капитан Кракен, называйте нас своей командой. Командой, говорите, а вы знаете? Как вязать морские узлы, как крутиться быстрее юлы, как приготовить суп из пилы, как начистить все санузлы. Но что-то вы не веселы. Мы веселы, капитан. То-то же. Вещи приехали! Привет, капитан автобус! Привет, Вуди! Вещи приехали! Что вы тут кричите? А это что? Шпинат! Ой, а это не мое. Да, это мое. Но мне оно не нужно. Хорошего вам новоселья, мисс Касатка! Шпинат? Милая дама. Милая дама? Шпинат? А что вы тут делаете? Мы... это... Шпионим за вами, капитан! Любите шпионить? Ну, тогда у меня есть для вас настоящее пиратское дельце. У нас новая соседка. Милая дама? А вот это вы и выясните. Зачем? Ну, потому что настоящий пират должен знать все о своих соседях. За дело! Схожу-ка я в магазин. Все чисто. Сью, что там? Ну что там? Она сейчас вернется. Вижу стол, диван, кря. Кря? Хочешь узнать даму? Узнай, что она ест. Сью, это чужой дом. Так нельзя. Просто прищурь глаза и не увидишь ничего лишнего. Сью, смотри, что я нашел. Мне это все не нравится. Шляпа, метла, странная кастрюля. Это не кастрюля, а котел. Ну, узнаешь, как у самой настоящей ведьмы. А? Узнали? Капитан! Там... Их
глазища, и котел гигантский. Шляпа жуткая. Отставить вопли. Говорить по одному. Кажется, что милая дама, страшная ведьма. Капитан. Ведьма? С чего вы взяли? У нее дома стоит огромный котел. А еще ведьминская шляпа и метла. И монстр в тумбочке. В тумбочке? А где Кря? Кря? Кря! Значит так. Ведьме нельзя говорить, зачем мы пришли. И называть ее ведьмой. Капитан, а ведьмы едят детей? Да, если они аппетитные. О нет, Кря такой аппетитный. Спокойно, Флип, зачем ты надел на голову дуршлаг? Я слышал, это защищает от ведьм. От ведьм защищает сильный дух и вера в себя, Флип, а не дуршлаг. А можно я все равно его оставлю? Ну, хуже не будет. Сейчас, сейчас. Говорить буду я. Все ясно? Здравствуйте. Чем могу помочь? Отдавай то, что тебе не принадлежит. Какая жалость. Я уже пустила его на пироги. Может быть, вы присоединитесь к обеду? Ах ты, ведьма! О, нет. Мой роскошный кря. Прости, что я тебя не уберег. Привет, капитан! Что ты там делаешь? Пирожок уронил. Знаете, ваше счастье, что я никакая не ведьма. Иначе превратила бы вас в жабу немедленно. Мисс Касатка, это лучшие пирожки со шпинатом на дне морском. Спасибо большое. Неплохо для ведьмы, да? Тысяча извинений. Мы увидели вашу метлу и шляпу, и Флип как. Давай кричать. Ведьма, ведьма! У вас замечательные внуки. Так бы и съела их. Шутка. Мяу. А, вообще-то я не такой уж и ужасный. Сильвер, где мои внучата? Сэр капитан Кракен, называйте нас своей командой. Командой говорите, а вы знаете? Как вязать морские узлы, как крутиться быстрее юлы, как приготовить суп из пилы, как начистить все санузлы. Но что-то вы не веселы. Мы веселы, капитан. То-то же. Ай! Да где же она? Точно! Она была здесь! Да что же это? Капитан! Ой! Капитан, вы что-то потеряли? А? Что вы, я никогда ничего не теряю, в отличие от вас! Мы никогда ничего не теряем! А! Сью, однажды ты потеряла мою шляпу! А ты как-то потерял? Целую бочку морской капусты! Кря потерял. А ты, Флип, однажды потерял. О, да вот же оно, как я его сразу не заметил. Капитан, что это? Это извещение в бюро находок. Бюро находок? Да, там ждет посылка со всеми вещами, которые мы потеряли. Капитан, можно мы за ней сплаваем? Да вы же ее потеряете. Конечно, нет. Ну, хорошо. Отдайте извещение капитану Улитке. Ура! Только поторопитесь. Поторопитесь! А?
Дана! Ну да. Спокойно! Мы просто скажем, что мы от капитана Кракена, и нам отдадут посылку. Ура! Поторопимся. Капитан Улитка! Ау! Сколько тут всякого хлама! Какая странная штуковина! Добрый день! Я капитан Улитка. И вам добрый день! Добрый! Мы от капитана Кракена за посылкой. Позвольте взглянуть на ваше извещение. Мы его потеряли. А я знаю. Но откуда? Потому что я нашел его. Вот оно! Ух ты! Спасибо! Так позвольте взглянуть на ваше извещение. Вот оно! О-о-о! Извещение! Да, есть такая посылка. Я сейчас ее принесу. Подождите меня здесь. Вот она. Спасибо. Но как вы нашли все эти вещи? Ведь вы такой медленный. Вот именно. Вы всегда торопитесь и потому все теряете. А я медленный. Я все замечаю вокруг себя, поэтому все нахожу. Пожалуйста, отнесите их вашему капитану. Спасибо вам за найденные вещи. До свидания. До свидания! Только не торопитесь! Да-да! Не торопитесь! Капитан будет нами доволен! А где посылка? Потеряли! Мы подвели капитана! Спокойно! Помните, что говорил капитан Улитка? О, не торопитесь. Я медленная улитка. Я вижу все. Нашел! Потеряли. Вы внимательные улитки. Нашел! Стой! Давайте доставим ее неторопливо. А, вот и вы! Чего так долго? Только не торопитесь! Потерял! Да что же это? Ай-яй-яй! Ха! Вообще-то я не такой уж и ужасный. Сильвер, где мои внучата? Сэр капитан Кракен, называйте нас своей командой. Командой говорите, а вы знаете? Как вязать морские узлы, как крутиться быстрее юлы,
Как приготовить суп из пилы, как начистить все санузлы. Но что-то вы не веселы. Мы веселы, капитан. То-то же. Пошевеливайтесь, мальки. Пиратская зарядка сама себя не сделает. Если она сама себя не может сделать, почему мы должны? Отставить нытье. Повторяйте за мной. Тянем руки, как будто расправляем большущую карту сокровищ. А теперь складываем. Теперь наклоняем голову, как будто оцениваем размеры сундука с сокровищами. Раз. 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 Два. Два. Нет, этот хм был не для вас. Это еще что такое? Это что-то красивое. Сам ты что-то красивое. Это хищная водоросль Умникус пожиратус. Хищная? Она питается живыми существами? Не всеми подряд, а только умниками. Крем опасности! В общем, уберите эту гадость отсюда. Это последнее упражнение зарядки. Ну как можно ее убрать? Она прекрасна. Прекрасно. Но капитан велел... Велел убрать отсюда, но не уничтожить. Если мы пересадим ее в горшок и спрячем, то все будет в порядке. Пожалуйста, Сью. Ладно, попробуем. Я пойду за лопатой. Кря, а ты принеси цветочный горшок. А ты, Флип... Ты сиди здесь и сторожи свою прелесть. Кря, это не цветочный горшок. Ой, а мне послышалось цветочный сапог. Ладно, у нас мало времени. Теперь надо незаметно пронести ее мимо капитана. Так, не этот... И не этот. Плывем, как ни в чем не бывало. Да где же он? А вот и ты, красавец! Ну как тебе, Сильвер, хорош? Ты прав, какие тут могут быть сомнения? Пойдем-ка гулять вокруг дома мисс Касатки. Вот, самая умная книга! С чего ты взял, что она самая умная? Потому что она самая толстая! Давай, подкрепись! Ну вот, а вы боялись, мальки. Какая красота! Тише, а то капитан узнает, что ты здесь. Ой-ой! Кажется, она ушла в кают-компанию. Капитан! О, нет! Наш славный, добрый, изумительный капитан! Я вас ослушался! И теперь буду до конца своих дней плакать и страдать! Нам определенно крышка! Нет, она ест только умных. Нам надо поглупеть, и мы спасены!
Глупите, глупите! Во имя жизни на земле! Я не знаю как, я не умею. Умеешь? Знаю я, как глупым стать. Нужно прыгать и плясать, улыбаться, корчить рожи, сию за щеки потрепать. Много есть, долго спать, Флипа сильно напугать и на нем, как на волынке, песню бодрую сыграть. Нужно спину чесать, попой голою сверкать, всех за щупальцы щипать, капитана целовать. Святой кальмар! Что за безумие здесь творится? Капитан, вы живы? Мы обули эту водоросль. Она хочет нас съесть. Съесть? Ха-ха-ха-ха-ха. Да вы в полной безопасности. Она ест только умных, таких как я. Вот, смотрите. Ну, давай, кусай. Может, я перепутал сорт? В любом случае, дома ей не место. Ну а с другой стороны, нам не помешает хороший сторожевой цветок. За дело! Хорошая девочка. Хороший мальчик.